Сбалансированная обрезка лабрускавых сортов винограда. Hi. Здравствуйте, меня зовут Джон Тул, и я хочу показать вам, как обрезать типичные лабрускавые сорта американского гибридного винограда, такие как Edelweiss. В данном случае это Edelweiss. Я хотел бы показать, как куст обрезается на формировке высоким кордоном. Первое, на что я смотрю, когда приступаю к обрезке, я определяю, насколько здоровы рукава и насколько хорошо вызрели прошлогодние побеги. Вы легко можете отличить хорошее созревание древесины, как здесь. Кора красивая, коричневая, по всей длине побега вниз, по сравнению с плохо вызревшей древесиной, которая хрупкая и обесцвеченная, побег внутри полый. Древесина на всех похожих побегах не будет живой, поэтому мы ее удаляем. Обычно на кустах с высоким кордоном мы оставляем более длинные сучки. Если же у вас ВСП, вертикальное расположение побегов, то вы оставляете сучки с 2-3 почками. Но на высоком кордоне можно увеличить это количество до 4-5 почек. Итак, считаем 4. Тут мы, пожалуй, отрежем старый сучок. Уберем его с дороги, поскольку он слишком выдается вперед с течением лет. Тут мы можем сделать свежий сучок. И он будет с 4 почками. Пожалуй, оставим 3. Теперь у нас получается довольно широкий, пустой участок лозы, где не так много точек роста. Это объясняется тем, что у нас довольно суровые зимы в последние годы. Поэтому нам, вероятно, понадобится заменить большую его часть. Но когда я смотрю на конец рукава, я вижу здоровый побег прямо с краю. Мы можем использовать его для получения урожая. Уберем все остальное с дороги. Это может выглядеть как-то так. Мы оставляем небольшой конец рукава. Возвращаемся и кладем молодой побег на существующий кордон, чтобы восполнить недостающие сучки и недостающий урожай. Здесь мы можем оставлять небольшие сучки. Быстро разберусь с головой куста. Я оставляю парочку сучков замещения на случай, если нам понадобится восстанавливать рукава в будущем. Я оставил парочку сучков на длину секатора от проволоки в районе головы куста. Здесь здоровая ветвь и мертвый участок. И у нас еще одна здоровая ветвь здесь. Я мог бы расположить ветвь выше рукава, но он кажется совсем сухим, поэтому мы можем обновить весь край. Из-за возраста куста, я не думаю, что оставление одного здорового побега будет сбалансированным для конкретного растения, поэтому я скреплю две ветви вместе на проволоке. Таким образом, рост побегов будет контролироваться и будет сбалансированным в течение сезона. Поскольку эти старые рукава все еще хорошо работают, мы можем оставить их в таком состоянии. Как помните, мы опустили эту молодую ветвь. Теперь ее нужно закрепить, чтобы она не оторвалась в течение сезона роста. Вот таким образом крепим. Может быть, еще в этом месте. И на краю. И еще здесь. Обычно ветви должны быть подвязаны через каждые 30 сантиметров, чтобы они могли безопасно держаться в течение лета. Теперь ничего не оторвется и не распустится. Подвяжем также штамбы. Это позволит поддержать ветвь. Вот так. Отлично, красиво и безопасно.